декабре 2021 года вышло постановление правительства Российской Федерации номер 2464 о порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда, которое регулирует обучение по охране труда внутри организации. Цифровая платформа «Курсон» предлагает инновационный продукт, который позволит сделать работу специалиста по охране труда удобнее, а внутреннее обучение – эффективнее. Программы обучения состоят из видеокурсов, учебно-методических материалов и тестирования. По итогу прохождения формируется как индивидуальный протокол с результатами тестирования на каждого слушателя, так и групповой протокол проверки знаний. Цифровой пакет включает в себя обучение по охране труда, первой помощи, а с 1 марта 2022 года и обучение по использованию средств индивидуальной защиты в виде учебных курсов и инструктажей. Сейчас покажу, как работает система. Раздел «Сотрудники». Импортируем штатное расписание. Для этого скачиваем шаблон, заполняем его и загружаем обратно. Далее формируем внутреннюю комиссию. Добавляем фамилию, имя, отчество, должности председателя и членов. Распределяем курсы. В разделе «Внутреннее обучение» можно выбрать сразу несколько курсов и отметить нужных сотрудников. Определяемся с датами. Обучение назначено. Сотрудники получили письма уведомления на почту. Аналогично назначим проверку знаний. После того, как сотрудники завершат обучение и пройдут тестирование, можно выгружать протокол. Достаточно указать номер протокола, дату и номер приказа о формировании внутренней комиссии, а также членов комиссии и причину проверки знаний. Рассмотрите наши дополнительные пакеты для обучения и проверки знаний по электробезопасности внутренними комиссиями предприятий, а также тренажеры для подготовки к сдаче экзамена на едином портале тестирования Ростехнадзора. Если необходимо экспертное мнение специалиста или помощь относительно работы сервиса, обращайтесь в онлайн-чат поддержки. Наша команда всегда рада вам помочь.